отдельное видео по бритве Стис, особое 60-х годов. Бритва идет в родном футляре. Вот, сейчас покажу, как тесты все проходят. У него прямоугольная ручка, как у бритв Ракета поздних выпусков. Вот, клеймо тут у нас 64-го года. Тут еще буква М. Они иногда ставили разные маркировки на хвостиках, цифры в основном, ну вот иногда буквы. Что значит, непонятно, там номер в партии, возможно. Вот, ну состояние самой бритвы тут хорошее. Есть кое-какие именно поверхностные следы времени, они ни на что не влияют. Сама кромочка здесь чистейшая. Вот, вогнутость тут где-то наполовину. Головка скругленная, для новичка самое оно. То есть при каких-то ошибках в бритье вероятность пореза будет меньше. Вот, сейчас покажу, как она. Тесты все проходят. Все бритвы заточены на отличных камнях. Даже самые недорогие бреют вполне достойно. Особенно бритвы с клеймами ранних годов выпуска. Видно? Корнем вперед его. Ну вот так. Ну еще могу показать распуск волоса. Это кривые. Это маленькие. Подлиннее найду. Ну, вот таком может быть. Видно? Перерубил. Так, возьмем подлиннее волос. Видно? Угу. А, надо с другой стороны взяться. Так. Ветер сдувает волос. Ну вот, я его рассекаю. Видно, нет? Ну, вон он с другой стороны бритвы полез. Ага. Ну, вот так. Распуск волоса говорит о том, что бритва не только правильно заточена, но еще и сделана комфортной. То есть, если угол немножко не так там поставить или еще что-то, вероятность пореза будет немножко меньше. Ну, такая вот советская бритва. Хорошая, довольно мягкая. Особые считались такими. Чуть больше углерода было в стали, поэтому они более мягенькие бритвы. Сегодня поедет.